Всем привет, мы на канале Джумка ТВ. Сегодня мы будем разыгрывать Майнкрафт и Кэтбоя. Мы сегодня будем делать сквиши, Кэтбой и Майнкрафт, как Артём называет мелки, с разными наполнителями. А знаете, как я через этого компьютер называю? Мы сделали, перевели рисунок. Я называю вот этого Нубик. Это Нубик пусть будет, а это Кэтбой, да? Ты кого будешь раскрашивать? Для Кэта. Ну давай раскрашивай, а мама будет Нубика раскрашивать, да? Вот, бери мои фломастеры. Так, мне нужен синий. Так, мы обклеили два слоя, сделали скотча и Кэтбой тоже, да? Сейчас вырежем, но Кэтбой мы вырежем не прям по контуру, а немножко возле, потому что рисунок тонкий, и здесь не удастся набить и заклеить скотчем. У тебя торт? И потом будем вырезать. Теперь нам нужно приклеить этого героя ко второму листу скотчем. И обклеить эту бумагу с другой стороны тоже, чтобы вырезать. Вот. И близко надо. Потом покажем, что дальше будем делать. Давай, что ты там хотел сказать? Вот мы нарезаем из клея бумагу. Мы сделали, обклеили с двух сторон наши рисунки. И сделали оставили мешки и кармашки. Бумагу. Несли бумагу на левый. И один будем наполнять бумагой. Майнкрафт чем будем наполнять? Бумагой. Бумагой, а Кэтбой будем наполнять мешочками. Давай, ты будешь мешочками, наверное, да? Да. Вот сюда вот. Я знаю, дай. Вот, смотри. Сама по себе? И
вот такие у нас мяч получились. Кэтбой и Майнкрафт. Такие у нас получились сквиши. Кэтбой довольно-таки большой, да? Мы его набили мешками. Такой шуршунчик. И Майнкрафт набивали бумагой. Тоже шуршунчик. У нас есть маленький племянник, ему понравится. Кому понравилось наше видео и наши поделки, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Чомка ТВ. Пока-пока. Да, сделаю сам. Выключай.